Всем привет! Поехали в город по делам и прогуляться. Выходной. Дачу надо. Ну, здоровую подать. Ну что? Хотя бы парочку. Какая у нас семейная? А при чем здесь семейная ситуация? Я извиняюсь. Ради внучки, общества Ольги Николаевны, я готов терпеть сколько угодно. Ну и... Спасибо. Юрий Анатольевич, я надеюсь, вы это ляпнули так, в эмоциональном порыве. Ну что за люди, а? Так, ради бога, не хотите жить в чистоте? Живите... Видишь, какой?
спросить тебя. О, Гришка, я же тебе говорю, пошли быстрее. Полы ты же стоишь. О, я не смотрю, уже десерт доедаю. А мы с тобой только идем. Пожалуйста, ваш завтрак. Завтрак, что, в смысле? Мужчина, вы что, не выспались? Завтрак, в смысле завтрак? Сюда надо съездить. Заявление о пропавшем поселке. Говорят, там интересно. Еще не было. Синема-парк. Ты туда же не сомневайся. Там Михаус. Однозначно, это вокзал, аэропорт уже отцеплен. Ни одна сволочь в твоей барсетке не просыпала. Вечерний Шанхай. Речной вокзал. А я в ударе, да, Олега? Я тоже. Ну что ты сюда? Нельзя спускаться? Оля, если что, мы на пляже. Ой, как хорошо. Ольга Николаевна, я сформулировал свою... Ручной вокзал. Я свои солнечные очки оставил в пропавшей парсетке. Вот в чем дело. Ресторан Енисей, батюшка. Мне бы хотелось у вас одолжить денег чуть-чуть совсем, чтобы купить новые. А я вам потом все верну, честное слово. Для меня, Юрий Анатольевич, ваше честное слово... Ну, где тебе встать? Да хоть где, вот здесь встал. Да вот, телом в кожах. Приехали на речной вокзал. Наш речной вокзал реставрируется. Прогуляемся, посмотрим. Правда, погода не ахти. Сыро, пасмурно, туман. Когда-то я здесь очень много хаживала. Работала на теплоходе Антон Чехов, проводницей. На белом лайнере. Сейчас он на Волге. Ой, как здорово вообще. Это моя стихия. Я родилась, считай, на пароходе. Мама работала, когда я была у нее в пузике. Слышите, какие звуки? Ой, я с детства. Бабушка работала. Потом мама работала тоже на Антон Чехове. Теплоходе большом. Я с ней на каникулах была все время. Бегала. Потом сама пошла на Антон Чехов работать. Там наш мост.
Это Михаил Юрьевич Лермонтов старый. Пароход. Бабушка работала на теплоходе в Латвии. А вон у нас пароход, так, там матросов стоит. Сейчас туда пройдем. Сейчас перейду здесь. Там еще впереди какой-то, потом пройдем. Это у нас для ракет. Ой, запах Енисея. Как я люблю здесь бывать, как я люблю этот запах детства. Причал. Сейчас у нас есть Максим Горький теплоход, но все равно он не такой большой, как Антончик. Поменяли почему-то. Ну, осадка у Максима Горького меньше. У нас большая на Чехове была, поэтому его перегнали. Там побольше воды, видимо, здесь меньше. Александр Матросов. Единственный у нас остался побольше, и Максим Горький теперь.
все, поехала я. Пока-пока, теплоход. Еще надо, когда причалит Максим Горький, приехать Дай, челя на вас.